Щенки жили в заброшенном сарае под Чеховым. Их четверо. А соседи обещали спалить сарай. Голодные, холодные малыши. Откуда они там оказались и где их мать, неизвестно. Малыши уже в приюте. У малышей диарея с кровью. Это, скорее всего, глистная инвазия. Но они успешно прошли лечение и готовы ехать домой. Одна из крошек уже уехала домой, звать ее Альфа. Первый день она цапнула своего хозяина, но он, говорит, сам виноват, резко потянулся к ней. Говорит, очень любит кровати, прям лежит с утра до вечера, ничего не портит в квартире. Да, так и сказал, хаски какая-то ленивая. А мы рассказывали, что они энергичные, что много гулять надо, развлекать. А она у них спит с утра до вечера. Сходит на участок по своим делам и обратно на кровать. Между прогулкой и кроватью надо немного поесть. Мечта любого любителя хаски. Что это за послушная собачка? А? Что это за послушная собачка? А? Ну это ты с моей улыбка. Ты моя липка-члетка, да? Члетка моя девочка сидит. Пока вольер ей делает, она сидит, охлоняет. Всех котов повыгоняла, да, моя сладкая? Моя зайка, да за ничего не подлипала, кроме тапочек, да? Моя девочка, какая ты красивая, да? Красивая собака? Моя сладость, моя маленькая. Как хозяйка уже, по всем этажам.